Он был главным тренером футбольного клуба «Акжаик» из Уральска, с которым не сумел добиться больших успехов, но команда выглядела довольно интересно. А мы посмотрим, еще одна атака, и это второй мяч! Иртыш забивает второй гол, это Дору Пападюк. Да, здорово. Здорово начал Иртыш эту встречу. И ничего не остается Андрею Пасиченко в этой ситуации. Действительно, выход один в один, и шансов у голкипера не так уж и много обычно. Да уж, 2-0. Теперь от Ирау будет гораздо сложнее. Но Иртыш выглядит довольно здорово. Кстати, на сборах результаты были нестабильные и у тех, и у других. Но сборы — это дело такое. Там больше работают над внутренним.